вечер всем. Поздравляем с праздником Дня Валентина. Это Ингрида в программе Top Color. Мы находимся в караоке Мурадей. У нас сегодня здесь праздник, День влюбленных. Рядом со мной просто Купидон любви. Замечательный, красивый молодой человек и певец талантливый Прохор Шаляпин. Здравствуйте. Приветствую всех. С Днем любви всех. Ну, Прохор, мы вас просто так не отпустим. Просто вы скажете с Днем любви и пойдете. Расскажите нам, что такое любовь для вас. Любовь для меня – это она всеобъемлющая. Она либо живет в сердце, либо нет. И любовь может быть ко всем. Вот знаете, она может быть в природе. Я вот сейчас обнимаю деревья, хожу. Это представляю, как это выглядит. Да, обнимаю деревья, беру энергию. Они, в отличие от людей, очень искренние. Они как бы стоят тебе и не дергаются. Потом, значит, я люблю природу, ну, в целом, да, вот водичка. Вот я был там на отдыхе, да, водичку, небо. И, конечно же, я очень люблю нашу Родину. Нашу Родину. Прохор, ну вы так вот прям все о природе, да, о природе, а о женщинах, вино, женщины где-то ходят там тоже, вот ходят в вашу список любви. Но дело в том, что я очень боюсь болить сердце. Большое у вас? Ну, наверное, не маленькое. И поэтому здесь надо аккуратнее. Вообще, я очень люблю обидные. Очень. И меня много любят, и я много кого. Поэтому... Да, прям боюсь рядом с вами стоять, мало ли, и мне достанется. Прохор, а как бы вы охарактеризовали вот этот идеал женщины? Просто давайте в День влюбленных об этом поговорим. Расскажите секрет. Что? Ну, идеал, образ вашей любимой женщины. Ну, идеал женщины, это, наверное, знаете, если вот из звезд привести пример, из российских, это Лена Ленина. Это идеал вот женской природы. То есть она настолько умна, красива. Вы тоже очень красивая, я знаю. Спасибо. Что... А то я хотел поплакать. Прекрасная кожа, все это прекрасно. Ну вот, я просто к Лениной проникся. Я в том смысле, что вас я еще мало знаю, вы просто визуально очень красивая, а внутри я еще вас не ощупал. Интересно. Интересно. Я имею в виду, ну, метафора. Да. Да, а Ленину я знаю уже давно, и я ее изучил. Она действительно вот творение искусства. Она правда красивая и умные книжки пишет, и пальчики у нее есть салон. А вы встретили уже свой идеал любви? Вы знаете, я думаю, что вся жизнь человека – это поиск чего-то лучшего. Что скрывать, да? Ведь все познается в сравнении. И еще Пушкин сказал, если вы счастье нашли в одной женщине, значит, женщин вы и не видали. Это программа Top Color. Меня зовут Ингрид. Мы находимся на мероприятии в караоке Муравей. Рядом со мной певица Лама. Здравствуйте, дорогая Лама. Всем привет, привет, привет. У вас такое имя необычное в этот день, День Святого Валентина. Вот Валентин необычный имя вроде должен считаться, а у вас вот имя Лама. Откуда такое интересное имя? А на самом деле так меня назвали родители. На сегодняшний день это, конечно же, уже музыкальный бренд, который зарегистрирован, но это имя вписано в моем месте рождения. Когда мама была беременна мною и летела в самолете, и рядом сидел тибетский монах, который предсказал, что родится девочка, родится молча, будет петь. И много-много-много таких мелочей, я сказала, которые начали уже действительно сбываться в первые секунды моего рождения. Я действительно родилась, не плакала. Добрый вечер, всем привет, друзья! Сегодня 14 февраля, Санта Валентина, и здесь в замечательнейшем заведении, которое называется Мураway. Итак, для тех, кто любит Мураками, вот исключительно вечер, мы разговариваем с Евгением. Евгений, это ведущий. Евгений, расскажите, пожалуйста, что сегодня здесь ожидается? Да, доброй ночи всем. На самом деле не Мураway, Мураway это автоцентр Мураway. Так. А бар, караоке, лаунж-бар, M-Way, он так называется. А еще круче, это M-Way, это короткий way. Амур, понимаешь? Конечно, конечно. Амур это любовь, а Уэй это путь Амура, именно сегодня у него очень сложный момент, очень сложный, сегодня он израсходует весь свой боекомплект, стреляя, гуляя, отправляя, и не только стрел, может быть такой прикольный гонять.
перебрала меня всех. Где же твой мужчина? Вот все, уважаемые телезрители, здесь в клубе, замечательном клубе МВН, Санта-Валентина, вечер, сегодня много звезд, а сегодня реальный звездопад, и мы беседуем, я так понимаю, что с самым главным человеком, организатором клуба, да? Я основатель, генеральный директор всего этого проекта. Девизом, философией нашего проекта является всего несколько понятий. Человек по определению рожден, чтобы быть счастливым. Мы бы хотели снять все проблемы, связанные с автомобилем, с человека, работа под ключ, под девизом, соотношение цена-качество лучшее и сроки исполнения. Ну, что касается автомобилей, наверное, это практически все, что связано с потребностями клиентов. Ну и, наверное, атмосфера, которую мы здесь создаем, уют, это семейный техцентр. Ну и со временем проект еще начал обрастать параллельно такими подпроектами, как караоке-клуб, лаунж-бар. Ну, это, наверное, уже объединение таких творческих людей, идей. Мы здесь совмещаем много проектов, людей, креативных, с энергией. Отлично. Такая коммуникационная площадка, так скажем, у нас. Можете как-то выразить любовь? Как она выглядит в танце? Танцы, она выглядит. Или так. Танцовщица талантливая, умная. Ну, а что вы посоветуете? Вот как бы не отчаянно, как вы думаете, как найти вторую половинку? Я думаю, что наоборот, не нужно искать кого-то специально, не нужно какие-то себе рамки, идеалы создавать. Когда ты забываешь, отпускаешь эту вещь, как отсутствие, да, в ближней жизни молодого человека, он всегда находится в самых неожиданных моментах, в самых неожиданных местах. Ну, поделитесь с вами, где встречали неожиданно любовь? На улице ночью, на Ибице. Еще раз. И сегодня Санта-Валентина в замечательном заведении МВ. Мы беседуем с Ольгой, она гостья. Скажите, сколько Валентинок вы сегодня получили? Нисколько пока. Нет, ну так нельзя. Вы можете немножко солгать. Мы же все поверим. Хорошо, сколько хотели бы получить? Одну. Одну? И от самого главного? От принца? От второй половинки. Мужчина вашей мечты, вот тот, о котором вы мечтаете встретить. Главное качество его, ключевое, какое? Главное, чтобы были взаимные чувства. Просто взаимность, да? Да. Это самое главное сейчас. Да. Сегодня день Валентина. Вы что-то хотите пожелать всем нашим влюбленным? Я хочу пожелать всем влюбленным мира, счастья, любви. Любите друг друга и будьте счастливы. Главное, что у тебя в голове, и как относишься к девушке, то есть к своей половинке, к жене. Вот. Я считаю, это... Сергей Ашихмин, группа «Иньянь». Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, ну поделитесь, этот день Валентина, вы сейчас со своей Валентинкой? Да, я со своей Валентинкой, притом она уже второй день, вот еще вчера началась вот так. Она на мне, а я на ней. Вот такой вот. Супер! Сергей, ну и какими качествами обладает ваша избранница идеально? Поделитесь с нашими зрителями. Она умная, она добрая, очень добрая, даже чересчур иногда я ее ругаю за это. Вот. Она красивая, конечно же, и самое главное, что она мне подходит. Да, это замечательно. Знаете, миллионы поклонниц наших тоже думают, что они вам подходят. А как вот ваша девушка, да, относится вот к этому, к вашей вот славе и с ревностью? Она борется? У нее нет вроде, ну, пока я не замечал никакой ревности у нее. Я думаю, что ее не должно быть. И даже знаю то, что с некоторыми она переписывается, даже общается. Замечательно, очень мудрая девушка. И дружилась. Что смириться? Вот так вот. Сергей, пожелайте в этот день нашим всем Валентинкам и тем одиноким сердцам, которые еще ищут друг друга, что им делать в этот день? Друзья, если вы одни, то можете не отмечать этот праздник, можете просто сходить в выходной. Ваш ответ? Моя Москва родная, родина моя. Замечательно. Спасибо большое за интервью. Это был Сергей Ашихмин, группа «Иньянь». Вас благодарим. Поздравляем с Днем Валентина и вашу девушку. Желаем вам любви и счастья. Это была программа «Топ Кадр». Увидимся. Спасибо.